В Тюмени продолжается медиалига по игре Warpoint. В этом турнире участники ведут баталии в визорах виртуальной реальности на картах шутера Counter-Strike, причем вовсе не сидя в креслах. Warpoint — это отличная смесь виртуальной реальности, реальной физической активности. Самое главное, конечно, азарт и желание, так сказать, в общем, победить в этой игре. Такой гремучая смесь нового комплекса ГТО, да, и физической культуры. Как и в любом другом виде спорта, к победе здесь только один путь — через тренировки. Третью-четвертую тренировку провели, а тут уже какое-то соревнование. Мы там подготовились, одинаковые майки приготовили, тренировались. И для нас это, ну, какой-то новый стимул интереса в жизни. Я считаю, что это очень круто. Победителем группы Б стала команда СИБ-2. Она одержала победу над соперниками из Лиги бокса, Радио 7 и Мега Тюмени. Чемпион станет известен 18 мая. Турнир проходит при поддержке арены Warpoint в торговом центре «Рентал».